Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мифические легенды». Активировать боевой пропуск не хочу. Так что у нас тут сыграно турниров, но это статистика, понял. Ну что, мы перешли. Ищу игроков. Мы перешли на новую локацию. Нифига тут уже игроков. Ёк-макарёк. Так, можем посмотреть противника? Первого уровня? Да ты серьезно, что ли? Фи. Ох, парень, тебе сейчас будет не сдобровать. Поехали. Будем быстренько его уничтожать. Хотя у него там нежить, фиг его знает, ребят. Ох, ёк, макарёк. Мы выиграли, но ты видел, что делала нежить? Нежить тут лютовала. Ладно, здесь у нас вроде бы нормуль. Тройка победителей. Так, я буду теперь с этим драться. Выбираем. Так, чемпиона империи получает 5 к защите, если стоит рядом с другим чемпионом империи. Если рядом стоят, но они в принципе... Блин, чемпион империи. У меня нету здесь таких. У меня из империи только лишь один стоит. И все. Поехали в бой. Так, он взял себе урон. Так, ребят, у него нежить. Лучше, конечно, там наяривать, будь здоров, но... Это мой, да? Мой. Все, победили. Звезданули мы ему хорошечно. Окей, двигаемся дальше. Оморта. Кто такой Оморта? Давай посмотрим. Его характеристики. Информация. Стреляет ядом по прямой. Враги получают 250% урона от атаки, замедляются на 50% и теряют 40% скорости атаки на 8 секунд. Прокачаю. Это маг, судя по всему. А вместо кого его поставить? Слушай, наверное, пока воздержусь. Пока воздержусь, потому что у меня вроде бы и мои бойцы пока неплохо воюют. Плюс они у меня все 4 уровня. Зачем мне шило на мыло менять? Так, лучница минус. Еще одна минус. Есть. Офигеть. Почти всех забомбил. Одна лучница у меня выжила. Как тебе такой расклад? Калибир 120. Случайный рыцарь или мечник получает 10 к защите в начале боя. После 4 ударов. Так, сейчас. Скорость атаки всех мечников. Да нафиг мне этот мечник. Давай вот это, наверное, возьмем. В бой. Да, тут. У него 5 бойцов, друзья. Ай-яй-яй, нормально. Фу, хорошо, мы сыграли. Прям вообще отлично. Так, выбывает один. Один выбыл. Матхекс. С кем мы будем драться? Вот с этим вот непонятным чувачком. Навыки твоих легенд повышаются на 50%. Навыки твоих легенд. Возьмем? Возьмем. То есть это вот нашего бойца, да? А навык у него какой? Прыгает в толпу и наносит урон. Сейчас посмотрим. Так, минус один. Минус лучник. Оно того стоило. Ух, ё, мы проиграли. Нифига себе, оно того стоит. Волшебники. Так, это фигня. Когда случайный чемпион умирает, он взрывается, наносит
Берем. Ой, ребята, не нравится мне вот это все. Он их в рядок поставил, зачем? Куда ты так далеко убежал-то? Да что ты там еле бомбишь-то, блин? Но тут хорошо получилось. Упал. Так, чувак выбывает из игры. Выбыл. Так, вот этот чувак, да? Жесткий. Случайный чемпион получает 50% к скорости атаки в начале боя. Давай так сделаем. Задание выполнено. Получаем чего-то, нам непонятно чего получили. Даже не знаю, ребят, как-то тревожно мне что-то. Он 5 уровня, а я 4-го. Есть разница? Конечно, есть. Смотри, 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 смотри. Лучницу. Она бедная там. Бедная там со всеми дралась, но справилась. Ты видишь, да, что у нас тут происходит? Морд, Седас, Грейвилл Ворлд. Тут такой, блин. Это маг, а вот этот кто? Крадет у цели 20% максимального здоровья. Блин, ну 2 уровня, ну... Нет, мы пока тебя брать не будем. Ага. Как же тут сделать-то лучше? Попробуем вот так вот. Такую комбу. Не уверен, что она сработает, конечно. Но попробуем. Этот сейчас при... Ага, вот он. Да твою налево, ну! Не могу. Вот эта вот лучница, ребята, что-то вообще она... Почему мы ее не уничтожили даже, а? Так, что-то тут выбрать. Хотя призывает зомби в количестве раунда 50 твоего. Как-то даже вот непонятно. Нам бы... Фиг знает. Поехали, посмотрим. Почему моя лучница-то погибает быстрее? Объясни мне вот это вот. И что творит? Мы опять проиграли. Все. Без шансов. Ребята, просто без шансов. Ну это ерунда. Дай мне подраскачать просто бойцов. У него ты видел, сколько их? На одного бойца было больше, чем у меня. Так что... Морд. Некрономос. Это... Это легендарный боец. Так, а Морта? Сундук. Что тут у нас? Морд. Артус. Ксайбер. Деньги. Угу. Слушай, я могу же поменять, да?
Он что, 5 уровня сразу? Все чемпионы союзники получают дополнительные 7 шансов крит удара. После гибели чемпионов союзники из них появляются. Оу! Я возьму его. Так, сейчас мы с тобой попробуем сыграть за армию нежити. Посмотрим, что у нас вообще может из этого получиться. Я думаю, будет круто. Я думаю, что будет круто. Задание выполнено. Так, сундук, что ли, какой-то тут бесплатно можно, не? Магазин. Получить. Так, есть эпическая карта. Квеган. Нефизия. Грейл Волт. А сколько? А, у нас 610. Слушай, мы можем вот этот сундук открыть, прикинь. 140 карт плюс 28 мифических. Слушай, а мифические это получается лучше, чем легендарные, да? Ну я возьму. Я куплю, ребята, сундук этот. Поехали. Деньги. Так, Некрономус, Седос, Гестия, Магус, ё-моё. Немножко не то, что я хотел. Угу, давай-ка прокачаем. А, нам не хватает одной карты, ё-моё. Твою налево, одной карты не хватает. Так, нежить, пошла качаться. Крадет у выбранного врага 25% максимального ОЗ и 100% маны. Передает их чемпиону союзнику с минимальным здоровьем. Исцеляем 10% плена. Нифига себе, чувак. Хиллер такой. Слушай, сейчас я думаю, мы разживемся. Ну, как разживемся, я имею в виду. Хорошо, сейчас, наверное, поиграем-то. Добротно. Монетки есть, поэтому пока прокачиваемся. Это влияет на все, ребята, и на уровень, да? Или не влияет на уровень? На уровень влияют победы. Ну что, поехали. Ух, сейчас будем смотреть. Так, меняем, ребята, полностью команду. Полностью, абсолютно. Сейчас мы будем смотреть, это кто у нас... Это маг. Это хил. Хм. Как думаешь, такой командой мы сможем забомбить? Проверим. Надо проверять. Команда новая, поэтому надо смотреть, что получится вообще. Да, люто. То, что еще зомби тут появляются, это, конечно, большой плюс. Это большой, ребята, плюс, когда зомби появляется. Урон всех ассасинов повышается на 50%, если они атакуют сзади или сбоку. Все, так, все чемпионы. Выбираем. Так как-то у нас должно это все быть. Все вот так должно выглядеть. Битва 2. Блин, а у него тут 5 уровень, я смотрю. Яд. Да что ты? А мы-то почему ничего не делаем? Вот что меня интересует. У моего нет никаких суператак. Этот-то прыгает на поле боя. А мы-то что делаем? Просто стоим там в сторонке. Выберите. Этого возьмем. Задание выполнено. Получить награды.
20 самоцветов. Следующее будет 200 монет. Ну что, я погнал. Блин, там же можно было... Подожди, или нельзя было? О, ну тут легко. Тут легкотня будет, ребят. А, это их враг. Фига, у нас тут 2 зомби. Три зомби. За каждого павшего бойца, помнишь, сказали, превращается в зомби. Это классно. Это, ребята, очень классно. За каждого погибшего союзника, не из жрецов, эффект следующих навыков жрецов повышается на 5%. 5 к защите я поставлю. Лишний... А кто у нас лишний-то? У нас... Лишак, ребята, я думаю, чё ты? Да ёк, макарёк. Вот так вот попробуем. В бой. У него на атаку, а у меня как раз на защиту. Ё-моё, нас там проминают, ребята. Не-не-не-не-не-не. Фокус не удался, к сожалению. Это кому, мы преди проиграли или кому? Я так и не понял. После 4 ударов эта фигня, навыки. Так, в течение минуты получает 10 скорости атаки. Так, друзья, придется кое-что делать. Во-первых, поменяем персонажа, бойца нашего героя. Я не знаю, что делает некромант, я не вижу. Так, вот этих вот уберем. Поставим. Лучника. Поставим лучника. И еще лучник, что у нас? Это лишний будет, да? 2 ассасина. Не знаю, что из этого получится. Давай смотреть. Я этого что, не поменял, что ли? Ё-моё. Тут мы быстро запинали, конечно. Тут мы запинали быстро. Так, он один выбывает, а этот остается. Призрачный посох, заточенный клинок. Все чмены наносят 10% урона за каждого погибшего. Нет, вот это возьмем. Возьмем это и... Вот что я хотел сделать. Ну, блин, конечно, да, ребята. Опять, вот смотри. Давай, 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 давай. Да как он, фиг, что он отхиливается-то, а? Этого-то бомбанешь. И стоит тупи, смотри. Он от яда, что ли, умер, или что? Стоит мой, стоит. Я включаю дурачка, ё-моё. Понимаешь, он дурачка включил. Да. Урон всех ассасинов повышается. Случайно, чем получается? В начале боя. О, да. Может быть, еще одного лучика? У нас как бы ассасин есть один. Этот маг как-то ни рыба, ни мясо.
попробуем так вот сделать. А, лучница получает, да? Скорость атаки. Смотри, какая команда. 5-4. Е! То, что лучница, конечно, там бомбила. Нифига себе, на 7х умножение прошло. Жить. Еще один выбыл. Так, ребята, я пока на первом месте. Я против Мадхакс. Против него буду драться сейчас. Выбери. Ну вот этого возьмем. Или что? Или Виктуса лучше взять. Нет, ассасина. И прокачаем его. Нет, это, блин, не ассасин, это маг. Иди отдохни пока. Ух. Что у нас тут закончено, что-то, да. Награду заберем. Ну что, поехали. Они все время в шеренгу делают. Этот у нас... Ну! Да какой ты... Успели мы. На тебе. Еще минус один выбывает из игры. Мы остаемся с предой. Сейчас я преди это все припомню. Прочный щит. Я возьму его. Так, ну-ка, преда. Четвертый. Я думаю, мы справимся. Поехали. Сейчас будет красота. Это кто мне там? Ассасин получает скорость, да? Ты вдвоем там кромсает, смотри. Эй! Офигали, блин! Я не понял юмора. Вот сейчас я не... Вот сейчас я не понял юмора, если честно. Два ассасина, может быть, это перебор? Давай-ка я, знаешь, что сделаю? Да, блин, где у меня? Вот. Перед чемпионов высокого уровня. Бери чемпионов высокого... А это какого уровня? Урон 250... Блин, я не знаю, что делать. Этого уж больно что-то быстро как-то раскумаривает. Давай-ка мы, наверное, его заменим на... Вот так. Как думаешь, прокатит? Давай посмотрим. Преда 4 уровня. Вот этот вот кристалл, да, я не спорю, ребята, очень... Фух. Успел, твою ж налево. Есть. Мы победили преду. Но это было жестко. Че, я номер один, что ли? Воу. Ах ты, сундук этот. Не потянули. 185 монет. Так, Гестия. И дом. И сундук. Отлично. Монетки. Так, опять Гестия. Некрономус. Морт. И Паштар. Окей.
Прокачка? Нет, нету прокачки. А вот тут, да. 6 уровня. Все чемпионы союзники получают дополнительный шанс крит удара. После гибели. Вот он что делает. После гибели призывает зомби. Вот и Паштар прокачался. Добавлен в избранное. Наносит 50% урона от атаки соседнего врага на протяжении 8 секунд и лечит себе на 150. Что-то я не заметил, чтобы он себя лечил. Ребят. Так, тут все 5 уровня. Я буду драться против Эйдена какого-то. Ну давай я возьму его вместо... Да блин! Вот так вот сделаем. А враг что там имеет? У него маг. Ассасин. Я, наверное, Гестию уберу. И вместо нее поставлю Паштара. Паштар же у нас 5 уровня, да, теперь? 5. Почему лишний? 1, 2, 3, 4, 5. А, я ее не увидел. Вот такой командой. Как думаешь? Надо смотреть, надо проверять, ребят, так не поймем. Так, это... Ё-моё! Кто там выиграл? Он выиграл. Да, это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Да куда ты? Я вот этого хотел поставить. Твою налево, а? Да. Это тут лучника сразу уничтожили. Ну чё вы не можете, что ли, вот этот вот дурочка завалить, что ли? Я не понимаю, блин. Дед кружится, как этот, блин. А мой-то чё, блин? Где мой-то? Я вообще, вон, ребята, уже упал, блин, ниже плинтуса. Иди ты нафиг. Толку никакого вообще. Поехали. Твою налево, блин. Ну с этой-то командой должны разобраться, я думаю. Я вот этого не могу никак понять, ребят. Вот хоть ты убей. Надо же. Бомбанули, один выжил всего лишь. Каким-то чудом. Так, я опять буду с этим драться, а? Воспламеняй цель. Да фиг мне твое воспламенение цели. Раз, два, три, четыре, пять. Ребят, он
А, мне тоже одного бойца можешь взять, поставить, да? Или нельзя? Можно же, по-моему. Да, 3600. А у него 3800. А, не получается у меня никак. Тут 3400 вообще. 3500. Получается, 50 урона замедляет на... и теряется. Ну давай попробуем. Попробуем, блин. Что этот маг? Ну его сейчас быстро запинает, мне кажется. Смотри, 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 что делает. Его ассасин проворнее оказался, чем мой. Мой. Свои пуколки, блин, бомбит, блин. Просто пуколки свои забомбил. Иди ты, знаешь, куда. И вот этот тоже ассасин. Для меня сейчас не варик. Три четыреста, блин. 3900. О, 3900. Давай проверим. Что там у него? Откуда зомби-то сразу взялись? Надо же, чудо какое-то случилось, друзья. Так, ну что, я на втором месте хотя бы. Нолан. 7 членов получает 10% крит удару, 10% здоровью. Крит удар хочу прокачать. Так, 3400, а у нас уже 4000 мощей. Ё-моё, раз, два, три, четыре, там... Тихо, тихо, ребята. Фига нам. Ты видел? Там строчило, как я не знаю. Там из пулемета медленнее вылетает пули, чем у меня этот бомбило. Фига себе. Троих просто убрали. Так, призывает зомби в клич раном твоего. Вот это возьмем. Друзья, 300 против 400. Думаю, победим. Должны. Я у него там. А-а-а, видишь, кружится, блин. Докружился. Все, ребят, тут отлично получилось. На. Живой еще. А что это такое? Типа идеальная победа, что ли? Ребят, я опять выбился в лидеры. Возьму, наверное, Клию. Ага. 4300. Ну, друзья, что я могу сказать? Ну, сам видишь, прекрасно. Сфейлись, блин. К сожалению, наверное, здесь. Просто уже сама мощь уже много о чем говорит, ребят. Сама мощь. О, смотри, 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 видишь? Ну, неожиданно. Я не ожидал, серьезно говорю. Так, Энормоус.
Задание выполнено. Получить. Так, друзья, дайте-ка я гляну, сколько у него? Три... Ой, ну тут вообще детский сад будет. Не, мне кажется так. Да. Тут мы должны, по идее, быстренько нашинковать его. О, тем более этот получил броню. Сейчас мы, наверное, ушатаем. Надеюсь на это. О, ты сам видишь все. Тихо. Yeah. Получи, распишись, парень. Как тебе такой расклад? Расклад был просто великолепный, ребята. Вот что я вам скажу. Да, деревянный сундук обычный. 48 брюликов. Паштар. Монетки. Аморта. И некрономос. Есть. Получить награды. 200 монет. 200 чертовых монет, друзья. Что это такое тут вылетает? Лучший артефакт. Самые ценные игроки. Лучшая легенда, лучший чемпион и лучший артефакт. Сезон 8 уже идет, завершится через 9 дней. Требуется 500, чтобы открыть этот режим. 500. То есть у нас еще впереди что-то будет. А это что такое? Заполни тайник на 25%, чтобы получить эти награды. На 25% в таком... Один бесплатный мифический сундук. То есть нужно на 100% заполнить, так я понимаю, ребят? Чтобы что-то срабатывало. Таинственный лес скоро будет. Так, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, на сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!